Григорий Айвазян, я председатель общественной организации Ассамблеи азербайджанских армян, которая занимается вопросами беженцев из Азербайджана, кандидат исторических наук. Я бы хотел сначала выразить, как будучи бакинцем коренным, да, человеком, который по праву пережившего и свидетеля эти все события во время резни находившегося, у кого семья в Баку находилась, и мы все это видели, последним бароном 17 числа покинули республику, глубокую благодарность всем организаторам данного мероприятия и каждому из них лично за то, что вопрос, который для нашей общины является самым, наверное, важным вопросом за все время ее существования, представили возможность и высокую площадку для того, чтобы поднять этот вопрос еще раз и довести его, возможно, до определенного конца. Долгое время мы пытались на официальном уровне законопроекты представлять Национальное собрание Армении, и, конечно, определенного этапа это достигло, но думаю, что то, что сегодня произошло и прозвучало здесь, во многом со стороны таких авторитетных людей, специалистов в этой сфере, которые также не брезговали употребить слово, назвать вещи своими именами геноцид геноцидом, во многом будет способствовать тому, чтобы от слов перешли к делу и действительно юридически закрепился этот вопрос. Все доклады были полезны и интересны. Значит, хотелось бы скорее тут не так, и как вопрос, и как пожелание в данном случае. Надеюсь, что этот вопрос не закончится вопросом столетия, и все Амемегерен Ужелины и Один Чапов, Амемегерен Перу, будут способствовать тому, чтобы продолжение это имело, и действительно, в конце концов, спустя 30 лет погром в Сумгаите, спустя 100 лет погромов геноцида армян в Баку, чтобы это имело юридическое также оформление, и отмечалось на государственном уровне. Господин Мелконян очень точно отметил, что по меньшей мере странно, что представители четвертой власти, которые сейчас на первом месте, возможно, даже отсутствуют здесь в то время, как это не только вопрос истории, культуры, а национальной государственной безопасности. Азербайджан не скрывает своих. Нет журналистов. Азербайджан не скрывает своих планов на самом высоком государственном уровне о том, что геноцид армян они намерены продолжить как в Арцахе, так и на территории современной Армении, объявляя Ереван своей столицей, подготавливая свой народ к еще одному геноциду. Так и мы должны прививаться вот такими вот мероприятиями и быть готовы демографам дать достойный ответ на всех фронтах, каждый на своем занимаемом месте. Мы все и каждый по вопросу, например, Верхамель Платмаканчишмаркуцун Утарацелихантхира, Партадире, да, или Сатин Мэмпетечишмаркуцан Патасканчин. Вот человек, да, нам пускай зачастую это будет на общественных началах, пускай Азербайджан поливает благо своей нефтью, нефтедолларами, другие научные центры, но мы должны делать, как говорится, как патриоты своего народа, понимая, что каждый из нас на своем месте защищает свою семью и отечество от новой угрозы, реальной угрозы геноцида. Благодарю вас еще раз от имени общины азербайджанских армян в изгнании. И я уверен, что все мои земляки присоединились бы к этим словам благодарности. Еще раз вас всех благодарю. Всех и каждого в отдельности. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.